В документе прописаны основные направления нашей деятельности. Это анализ на той работы, которую мы ведем по выдаче сертификатов происхождения. Это наша работа по карнетам АТА, которая очень тесно связана с таможней. И все, что ввозится и беспошлинно вывозится, в том числе ваша аппаратура журналистская, реквизиты театральные. Вся работа идет, конечно, в тесном контакте с таможней, потому что они по этим карнетам впускают, выпускают и так далее. Мы являемся гарантирующей ассоциацией. Естественно, что мы говорим об электронном декларировании, о многих других вопросах, которые связаны с перемещением грузов как за пределы страны, так и ввоз сюда.